Салам алейкум, татары. Недавно при заходе в КТ опять у меня вылезла вот такая ошибка. И я не понимал, что делать, и начал искать ответы на решение данной проблемы. И я находил много решений. Кто-то говорил, надо отключить бренд Malware Windows. Кто-то говорил, надо отключить раутер из розетки и подождать некоторое время. Кто-то говорил, надо найти в антивирусе процесс КТА и разрешить его. Но ничего не помогало. И я уже думал, что ничего не поможет. Но вдруг я вспомнил один способ, и данный способ мне помог. Сейчас я вам его продемонстрирую. Сначала открываем мой компьютер, потом переходим на диск C, папка Windows, находим папку System32. Затем находим папку Drivers и открываем ее. Затем открываем папку etc, и берем и удаляем файл Hosts. Все, теперь идем проверять запуск КТА-5. Запускаем нашу игру, ждем, пока произойдет соединение с Rockstar. Соединение с серверами займет какое-то время. И вот после соединения с серверами наша GTA запустилась. Ну вот, все заработало. Ну что же, на этом я буду заканчивать свое видео. Если я тебе помог, то поддержи меня лайком и подпиской, это меня очень мотивирует. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.